Всем привет! Вы помните ролик, в котором я зажигал светодиод от 1,5-вольтовой батарейки с помощью кухонного ножа? Давайте еще раз покажу этот эксперимент. Мы подключаем светодиод, который загорается обычно от 2 и выше вольт, 1,5-вольтовая батареечка, нож и устраиваем короткое замыкание. Наш диодик светится синим. У меня есть еще и красный диод, и зеленый. Но эта кофейная чашечка стоит здесь совсем не просто так. Вы, наверное, будете в шоке, но с помощью этой кофейной чашечки я смогу также зажечь светодиод. Смотрите, взяв батарейку на 1,5 вольта и светодиод, я попытаюсь замкнуть контакты диода ни металлом, ни ножом, ни медным диском, ни фольгой, а фарфоровым блюдцем. Давайте посмотрим, что получится. Диод ярко вспыхивает. Что же происходит? 1,5-вольтовая батарейка, светодиод. Давайте замкнем контакты фарфором, хотя все знают, что фарфор – это изолятор. Пробуем. Наверное, в чашке есть магнит, а под блюдцем СВЧ-генератор. Ну да, в принципе, я мог спрятать его под столом. Но тогда светодиод светился бы и так. Но смотрите, что происходит. Я стукаю по фарфоровому блюдцу. И наблюдаю. Яркие вспышки. Никакой фольги на блюдце нет. Фарфор не проводник. Так что же это такое? Этот вопрос я, наверное, задам всем индукционным любителям роликов Белецкого. Они будут искать здесь индукцию. Ну что ж, пусть ищут, быть может и найдут. Смотрите, что произойдет с диодом, если я возьму даже маленькую китайскую пальчиковую батарейку. Я аккуратно стукаю по краю блюдца. И диод вспыхивает. Вы думаете, что-то есть в кружечке? Она пуста. Обычная кофейная кружка. Блюдце. На столе ничего нет.